посвященном Виктору Цою. Здесь большое количество людей. Вот Екатерина сейчас вам покажет, как много. Телеканал ITV. Это, собственно, мы с микрофоном сейчас заберем интервью, собственно, делаем об этом репортаж. Здесь все поклонники Виктора Цоя, которые пришли услышать его потрясающие песни. И, естественно, мы с Карачковской не смогли пропустить такое потрясающее мероприятие. Если вы сейчас находитесь где-нибудь рядом с парком афганцев, подходите. Подходите, вход бесплатный, здесь хорошие песни, мы еще не начали, так что вам очень все понравится. Не находитесь, но это уж ваша проблема, что вы пропустили. Приходите в следующий раз тогда. Да.